недели лагерь «Лидер смена» объединил юных профессионалов, патриотов и энергетиков. Программы «Город мастеров», «Я гражданин» и «Школа молодого энергетика» помогут детям получить новые знания и навыки, весело провести время и, возможно, определиться с будущей профессией. Ребятам подробно рассказали о том, какие образовательные занятия ждут их в ближайшие 14 дней. Также детям представили вожатых и администрацию лагеря. Благодаря специальной игре ребята смогли познакомиться с территорией детского центра. Эту смену мальчишки и девчонки планируют провести весело и с пользой. Найду себе новых друзей, чтобы вот так побольше общаться с ними уже после того, как мы уже как бы уедем по своим там городам, столицам. Думаю, как-нибудь будем общаться и думаю, что-нибудь познать новое. Все участники образовательных программ – это победители и призеры различных школьных олимпиад, отличники учебы и участники детских организаций. Каждый ребенок хочет научиться здесь чему-то новому. Ксения Будко из станицы Каневской давно мечтала попасть в смену. Ей с детства была интересна робототехника. И вот Ксюша стала участницей программы «Город мастеров» и с нетерпением ждет первое занятие. Я приехала, чтобы, во первую очередь, завести новых друзей и узнать то, что я не узнаю нигде в другом месте. Тут как раз то, что я и хотела, робототехника. А я очень люблю точные науки, химию, математику. Поэтому мне очень повезло, что попалось это. Впереди у мальчишек и девчонок из лагеря «Лидер смена» много увлекательных занятий, полезных мастер-классов, творческие и спортивные мероприятия, а также яркие эмоции и незабываемые впечатления.